Йоу, всем привет, друзья! С вами Аарон Норка. И Шимарка. И добро пожаловать на шоу по открытию кейсов Counter-Strike Global Offensive, ребята, где мы с Арноркой сегодня будем биться, как говорится, на кейсах. Вы давно просили Арнору на выпуске, поэтому, ребята, надо завести сюда много-много тысяч лайков для того, чтобы мы с Арноркой продолжили биться на кейсах. Знаешь, что мы будем делать сегодня, родная? Что же? Сегодня я буду тестировать твою удачу на то, чтобы выбить перчатки. Значит, твоя задача будет выбить мне перчатки. Начинается. Ты должна будешь выбрать. Значит, либо перчаточный кейс, либо кейс гидра. Гидра. Гидра, хорошо, ты выбираешь гидра. То есть в этих обоих кейсах имеются перчатки. Но еще мы будем с тобой крафтить вот из этого всего. Я хочу также проверить твою удачу. Сейчас я покажу, что мы будем крафтить. Мы будем сегодня крафтить с тобой, пытаться, по крайней мере, скрафтить. Так, сейчас. Слушай, а шанс выпадения перчаток в этих обоих кейсах одинаковый? Одинаковый, там 0,0001%. Значит, мы будем пытаться выбить с тобой поверхностную закалку с хорошим паттерном. Фу, какой некрасивый. Это тоже. Ты здесь обойма синяя, еще некрасивый-то. Я понимаю, что ты любишь голубую обойму, но мне-то они не нравятся. Голубую обойму мне-то не нравится. Так, хорошо, ты выбрала что, кейс гидра? Но давай тогда, открывай сама. Давай. Ты помнишь, как это делается? Ты помнишь, как это делается вообще, да? Конечно. Давай, если ты выбьешь мне перчатки, я покажу тебе сиськи. Раньше это я было. Я сейчас смотрю на твои сиськи. Бля, ну что, зачем ты палишь то, что я голенький на выпуске? Подожди, зачем ты говоришь, что актуально было, что ты мне покажешь свои сиськи? Так, теперь я отвечаю тебе. Тебе выпадает синька. Ты абсолютно неудачлива. Лалейла Жарантайла, я веду 1-0, давай. Я не козел, давай, действуй быстро. Выбирай четко и хладнокровно, понимаешь? Ты должна знать, куда ты тыкаешь, понимаешь? Это мужское занятие, знать, куда тыкать. Я девочка. Опять синька, лалка. Опять синька выбивает Арнольд. На самом деле, все ребята прекрасно понимают, что я тебе поддаюсь. Да, конечно. Да, конюшня. Свинюшня-скворечня. Поддается она мне, ребята. Давай-ка попробуем мою тактику старую 2-2. Тактика Арнорки 2-2. Ты помнишь еще эти наши старые тактики? Тебе они не везет. Вообще ты сейчас открывала, нет? Или я? Вот сейчас я открыла, теперь ты открываешь. Да-да-да. Смотри, сейчас мне просто на изи выпадают перчатки, наконец-то. Давай сейчас выпадет. Давай тебе выпадет. Давай мне не выпадет ничего. Да-да-да. Давай теперь откроем. Давай откроем перчатки, пожалуйста. Я тебя что, зря сюда позвал? И что? Ничего себе. То есть ты меня позвал ради перчаток? Да, чисто корыстная выгода. Меркантильная учка. Меркантильная сучка. Так и есть. Потому что мне перчатки не падают, понимаешь? Мне нужно, чтобы что-то другое произошло на выпуске, чтобы мне наконец выпало. А вот зачем тебе перчатки? Ручки стерлись уже? Ручки стерлись уже. В смысле? На что ты намекаешь, женщина? Я ни на что не намекаю, я напрямую говорю. Ручки не стерли. Ну, на мышке, да, от мышки мозоль есть. Да, конечно. На ладошке. Но у всех есть на ладошке. Мозоли, конечно, от мышки. Всех обрано... Да! Арнорки падают, адская ты меня пламя. Делаешь, ребята. Ух ты, прямо из жопы достала, родная. Прямо закаленная. Раз уж о ней зашла речь. Прямо из-за... Ну, слушай, ты меня делаешь, мне теперь нужна роза. А здесь, блин, по цене-то ничего равного-то и не будет. А сколько стоила та роза? Я не знаю, сколько она стоила, но... Хотя она у тебя закаленная, не будем сейчас смотреть, как бы, потом. Хотя у тебя закаленное вот это вот говнецо... Я в любом случае тебя сделала, как бы, уже. В любом случае она меня сделала уже. И вот тебе еще фиолочка. Да ладно! Да не может быть такого. Так, в накидочку. В накидочку, подожди. А потом перчаточки на погонщике. Подожди, может быть, все, смотри. Перчаточки мне на погончике. Блять, почему мне не везет? Да, перчаточки тебе от меня. Давай, только не на погончике. Давай, вот пофиг, я готов принять поражение, что ты сейчас сделаешь ты меня уже в этих 10 на 10 кейсах. И, соответственно, свершилось. Что свершилось? Поражение твое. Нифига, у меня еще есть шанс, у меня еще есть 4 коробки. Ха-ха. У меня еще есть 4 настоящих, красивых мужских коробки. Сука, а где же? Не черный может песок. Быть. У меня что, одна фиолка всего лишь выпала? Почему? Две же вроде у тебя выпали. Одна? Одна, по-моему. Подожди, я что-то упустил нить событий. Упустил. Событий я упустил нить. Упустил событий нить и начал громко-громко ныть. Да. Полимер. Ладно, хорошо, я чувствую, что мне в перчаточных ничего не выпадет. Походу, не достанутся тебе перчатки сегодня. Да не может быть. А все потому, что не так уж сильно ты стер свои.
Не может быть такое. Тебе даже стат-трек синька падает. Так, смотрите, сейчас вот перчатки я выбиваю. Все, вот теперь безоговорочно я тебя побеждаю. Смотри. Насколько ты? Просто на изи. Смотри. Ну что ж такое-то, блин? Даже до фиолочки не докатился. Даже до фиолочки, блин. До чего ты докатился? Да не до чего. Не до чего, до синьки. До синьки докатился. Когда человек забухал, докатился до синьки в CSGO, ребята. Вот так вот. Ладно, все, сейчас вот перчатки мои. А что, в любом случае, что при такой синьке, да, что при CS-овской синьке, ты в любом случае просираешь бабки. Мне падает один полимер, ребята, очень много полимеров. Ладно, это еще не все. Прежде чем мы приступим с тобой к невероятному контракту, мы будем открывать Браво. Давай, ты первая. Здесь выбираем коробку без ключа. Открываем чисто коробки, понимаешь, чтобы выбить. Ну это же не моя тактика. Я тебе ничего не выбью с такой тактикой, потому что я не открываю просто коробку. Мне всегда нужен ключик. Не надо тебе ключик, потому что сейчас мы должны... Ну раз ты ничего не хочешь, значит ничего не хочешь. Мы должны... Это тактика, понимаешь, я просто знаю, что она рабочая. Она не рабочая. Вот смотри, она рабочая. Не в моем случае. Вот рабочая, в моем случае. А пока у тебя лучше, чем у меня, давай. Давай. Нет. Да. Нет. Да. Нет. Да. Нет. Да. Не-н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 е. Да-да-да-да-да-да. Блядь, да что ж такое-то, а? Ребята, да что ж столько денег? Моя. Валь, твоя? Это ты сейчас открывала же. Ну ладно, ладно. Эй, слышь, моя. Моя, вот, твоя. Вот сейчас я выбиваю. Давай сейчас изумрудный дракон выбиваем. Вот сейчас я выбиваю, смотри. Просто на скеле. Бля, да что ж такое-то, а? Столько денег в этот выпуск вложено. Я тебя один раз не послушаюсь. Ты чё? Ты портишь? Господи! Все, ты все испортила. Всё сейчас следующий должен ничего. Был быть золотой, а теперь ничего. Да, смотри, сейчас, вот благодаря этому обряду тебе сейчас что-то выпадет. Вот смотри, должен вот смотри. Должен был вот быть смотри. Нож! Вот сейчас выпадет. Не нож, Господи, конечно, но она все испортила, она все, посмотрите, смотри, все пошло. Это же великолепная груда костей. Давай, открывай. Ну ладно, я тебе открою, но это такая лажа. Просто открывать ящик. Ребята, а как вы открываете? Сразу ящик или сначала ключик, потом ящик? А смотри, если бы я ключик взяла, открылась бы океанская пена. Нет, ты испортил, как все в синьку, блядь. Ладно, хорошо. Я тебе и так розовую эту принесла. Да-да-да, розовую ты принесла, а теперь давай сделаем... Эй, что за фигня? Где все? Вот оно все, вот оно все. Итак, давай, значит, ты будешь нажимать кнопку. Ты будешь нажимать кнопочку. Я не дам тебе выбрать, в каком порядке будут лежать вещи. Ну и зря. Но ты нажмешь кнопку. Нажимай. Обмен. Боже мой. Типа, это вот так вот, как мужчины обманывают женщин. Да, да, нажимай. Что? Рисуй большой мужской пенис. Большой или... Ладно. Давай. Делай что-нибудь. Нарисуем. Что же мы нарисуем? А мы нарисуем... Гейба. Ну, что ты в прямом смысле-то поняла? Ай-яй-яй-яй-яй. Волосатые яйца с глазами. Какая это киса? Это киса. Это такая толстая... А, да, это киса, которая нажирается с ключей. Да, это обожратая, ужратая киса Гейб. Кото... Кота Гейб? Кота Гей. Кота... Почему Кота Гей? Гейб. Ну, мы сократили. Хорошо. Кота Гей. Значит, Арнорка рисует Кота Гея, мы здесь все зачеркиваем, все зачеркиваем. Все! Ты моего гея зачеркнул. Все, давай. Нажимай еще раз кнопку, чтобы быстро все это пролисталось. Давай. Сюда? Нет, в любом месте. Нажимай, и мы получаем. Давай, давай. Давай, давай, отправляем и это. Десерт игл с собаки вкус. Че? Че? Че случилось? Он почему-то два раза не сработал, и что это за хуйня здесь? Почему глаз теперь вот здесь? Это уникальный редкий паттерн десерт игла гипноз. Я такого ни разу не видел, слышишь? Себя так посмотри, убедить, что ты, что ни хренашечки. Выбили, что мы выбили не фигню? Это, посмотрите, уникум. Это Господи, же... он стоит миллионы. Прямо с завода. Ладно, хорошо. Хорошо, ладно, пускай разберем. Ребята, кто разбирается в десерт иглах гипноз, пишите. Пишите. Сколько миллионов стоит этот десерт игл? Нарисуй теперь ты. А что рисовать? Да не, я не хочу ничего рисовать. Мы сейчас просто уже сделаем контрактики и пойдем на сайт подрючим. А там я тоже проверю твою удачу. Смотри, главное. Кто бы сомневался. Ну, смотри, как бы. Смотри, сейчас я сделаю такие контракты, что все будут в шоке. Смотри, М4-1С, взгляд в прошлое, говнецо вонючее. Ну вот я самую нормальную выбила. В смысле? Она самая симпатичная. Но извини меня, у тебя был дорогой контракт, который я закупал Нет, отдельно. Нет, ну он посимпатичнее в любом случае. Знаешь, бывают дешевые пушки, прикольнее выглядят, чем дорогие. Ну да, P90 мертвая хватка. И неужели ничего у нас нет? У нас больше нету розового, у нас больше нету... Ну что ж, ребятка. Мы с Арноркой сейчас пооткрывали угобен и у него опять отсос. Че у меня упало со стола? Не знаю. Хуйня какая-то. Ладно, друзья, сейчас идем на сайт, дрючим там, поехали. Ну скажи, поехали. Поехали.
Ну что, друзья, сегодня мы попадаем на forcedropchick.net, где я буду дрючить Арнорку на кейсах. Значит, но не будешь. Давай, давай, выбирай. Выбирай. Любой. Любой? Любой вообще. Можно любой. Не начинать с твоего. Нет, вот только, этого только, дурацкого обряда. Да, 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 любой вообще. Даже суп? Да хоть что. Тогда зимний. В каком количестве ты хочешь открыть? Один. Давай два. Зачем тогда спрашивать, в каком я количестве хочу Поехали. Открыть? Поехали. Одновременно давай, два? Давай, 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 да, одновременно два. И выпадает давай, нам давай, два давай. Девайса в виде АК-47. Итак, ты 611 рублей. А ты со 102. С твоей стороны 102, да. С моей 509. Так, хорошо, давай, хорошо, оставим. Кстати, давай реально так по два открывать всех. Давай. Вот этот с твоей стороны, этот с моей. Мой с левым, да? Няря, няря, няря. Ну давайте, давайте, ребята, тогда, тогда по два. Нари, 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 нари. А почему у тебя больше супы? Давай теперь ты. Давай теперь ты. А что открывал? Вот это газ. Да, да, да. Суп ты уже открывала, по-моему. Мы открывали зимний. А, ну давай. Как тебе легко обмануть? Сказать, я открываю этот и открыть другой. То есть можно говорить... Не, вот просто они рядом, просто они рядом. Я куплю шубу... А-а-а, я тебя сделал! Но это я купила кейс, поэтому все равно я тебя сделала. Похер, похер, кто купил, понимаешь, так не играется. Нет. Так не играется. По правилам, блин, по правилам. Пожалуйста, открой химию, пожалуйста. Химию? Да. Ты любительница химии, у тебя такая же училка была? Нет, у меня была отличная училка, она нас дрючила, правда, жестко, но зато мы были лучшие в школе. Лучшие и в школе? И не только в нашей. Да, вы молодцы. Вы молодцы. Ага, и тут я тебя делаю просто как шаландуш. Что раздела. Это такое? Что так, давай. Такое началось? Я давай, открою давай. Дыру, значит. За да не рублей. Надо за 5 рублей за ничего открывать. За 5 рублей открывай. Не надо, за не надо. Самая дорогая какая пушка. Убери, тут? Убери, пожалуйста. Тут нет дорогих, блядь, они 5 рублей стоят. Ну, я хочу дыру. Нормальный, нормальный. Это спиннер кейс вон, а давай. Заброшенный, тоже говно. Да? Говно, все дешевое а вот говно. Это тоже говно? Это шикарный лучший давай кейс проверим. Вообще на сайте. Это лучшее. Смотри, просто. Смотри, тебе сейчас откроется слепое пятно. Это лучшее, что может быть вообще просто. Это имба, посмотри. И у тебя дороже на 3 рубля. Одинаковые пушки. Зачем ты? Ты хочешь оправдаться? Я хочу показать, что это лучшее, что может быть. Почему у тебя так много ножей? Смотри. Смотри, Рамби. Нет. А моя дороже. Все, короче, идем отсюда. Моя синяя. Этот в любом случае лучший кейс. Просто нам не повезло. Так, ну-ка давай сейчас тогда проверим. О, давай док-кейс. Собачий, давай. Давай. А здесь по-любому литературу чаще всего открывают, да, там, потому что... А, я не знаю, чё, а, ты думаешь, что это, конечно, привыкли влияет. Кликать конечно, на сиськи? Конечно, ребят, напишите в комментариях, вот если кто вы видите тёлку сиськи? С сиськами, вы кликните на нее, ну, хотя бы разочек. Ну, хотя бы, если никто не видит. Вы кликните на нее, на тёлку с сиськами. Твоя очередь. Ах ты ж. Продажная шкушка. Ау, у нас ау, бабоса не? Ау, ау. Не-не? Не-не. Ау, не ау, ау, ау. Ау, ау, ау. Ау, ау, ау. Делаем контракт. Делаем контракт. Сейчас, ну, смотри, сейчас. Я вывожу нас в плюс. В нереально огромный, смотри. Угу. Дичь. А, ну, нормально, 400 рублей. Нормально, 400 рублей, но у нас 355, и нам нужно так, 1500, мы с тобой, понимаешь, не окупаемся, родная. Мы не окупаемся. А, продавай что-нибудь. Вы действительно хотите продать ее? Я предлагаю продать, да, я продам, и попробуем открыть все-таки мы литературу. Слушай, я давно-то с тобой кейсы не открывала, так вообще все поменялось. Что поменялось? Все поменялось. Да ничего не я поменялось. Понимаешь? Ничего не поменялось. Нифига себе. Супы, собаки и училки? Я такого не видела. Давай ты кликай. Нифига ты мне на эту бабу. Я не хочу. Почему? Ну, с сиськами проверить. Сиськи работают. Нет. Я не хочу эту бабу, я хочу эту. А у нее сисек нет. У нее есть. У нее нет. Все у нее есть. Да не видно там сисек. Есть у нее сисек. Если сисек не видно, какой от них толк? У нее еще и жопу там даже чуть-чуть. Толка нет, если сисек нет. Да ладно. Вот, хорошо. Блять. Леденец. А я тебе вот говорил, на надо было, блядь, я тебе говорил, леденец, блядь, я тебе, литературу, я тебе говорил, литературу надо кликать, здесь сиськи есть. Ну вот посмотри. А там есть математика? Есть. Давай наверное. Откроем. А нет, там физика есть, по-моему. Я тебе сразу сказал, литература это то, что дает нам наука, царица, что? Блядь, наук. Вот та Снегурка больше нам дала. А литература дала. Наука вообще?
Вообще-то царица наук математика. Хуятика. А где тут эти... вот, где мой любимый олень? Я сейчас тебе выбью... Недостаточно... Я хочу тебе выбить драгонлор. Ну давай, давай, давай. Она говорит, выбьет драгонлор, ребята. Давайте проверим ее драгонлорность. Так, вот это я по-любому забираю. Вот это вот я, возможно, сейчас еще продам. А ладно, давайте проверим. Давай, драгонлор. Давай. Так и быть. Давай, она хочет выбить драгонлор. А вот мы сейчас проверим, хорошо ты себя вел или нет в этом году. Если давай. Хорошо, ты получаешь драгонлор. Если плохо... Два. Я на два напродавал. Давай. Ничего не получаешь. Это давай. Вот если сейчас ничего не выпадет, будешь виноват ты. Слышишь, что этот Кейси вообще априори постоянно выпадает что-то не очень. Вот, смотри, как ты себя отвратительно ведешь. Темный век сказал... Шалран Тайла-Ла-Лейла. Я бы даже два раза еще раз это сделал. Смотри, сейчас два драгонлора слева и справа. Нет. И все просто ничего. Как бы. И... Ты отвратительно себя вел. Вот, ну, просто за на 1 рубль и на 3 рубля. Ты посмотри. Стыдобушка. И что мы делаем? Туда бинюшка, давай. Я открою. Нет. Я открою. Что нет? Действуй нормально. Давай откроем. Сколько у нас? 400 рублей? Не знаю. Давай откроем зиму. Она давай, такая давай. Дешевая. Да, что-то такая дешевая. Там нихуя нет. Потому ты хочешь два? Да. Всегда по два. Я думаю, что не надо по два. Надо либо по одному, либо по три. Надо по два. Мне здесь нож вот этот нужен. Давай. Ла-ла-ла-ла-лай-ла-ла-лай-ла-ла-лай. А если тебе выпадет электрический улей, ты расстроишься? Если улей выпадет, ты расстроишься? Ух ты ж, блядь! Ух ты ж, нахуй! Ух ты ж, блядь! Ух ты ж, нахуй! Ну почему на... Ло-тро-л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 о. Да что это за секреченку? Она мне вообще не нравится. Это наш последний шанс выбить. Здесь засекреченки. Что у тебя за всегда... какая-то... Чё? Нездоровая любовь к засекреченке. Смотри. Смотри, там кто-то и нож. Выпадает, смотри. Опачкина! Нихуя! Ну, в любом случае, я это лучше. Дернула. Короче, я предлагаю тебе рискнуть. Риски будут... Очень опасные. И неоправданные. Мы можем с тобой реализовать вот эти вот все вещи. И? Получить до 7к. О, а как так? От 473 до 7к выпадает скин. А сколько так в сумме на эти шмотки? В сумме мы тратим 900, 1000, 1200, 2000 почти. То есть мы можем. Ты хочешь рискнуть? Нажимай кнопку. Давай. Я проверяю твою удачу теперь. Давай. Сделай пятерочку. Давай, в пятерочку, пожалуйста. Ну, нажимай, что он не хочет. Ты какую кнопку мыши жмешь? Левую. А, нормально. Просто левой рукой жму. Одна из выбранных вами вещей в данный момент недоступна. И тысяч. Нормально. 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 Ну как нормально? Минус, блядь. Ну как нормально? В минус! Понимаешь? Ну, ничего. Все нормально, все. Я доволен. Я забираем мы. Значит, ребята, и сейчас осматриваем в контре, что мы поимели. Я думал, ты на самом деле значительно удачливее. Я тебе хочу сказать, что ничего ты не поимел. Поимели тебя. Почему? Вровень открылись, потому нормально. Кто? Я даже не про себя. Гейбушка тебе нагнул. Гейбушка меня нагнул, хорошенечко. Да, и перчаточки вот, тебе даже вот и не так вот, теперь. Значит, да, ты теперь относишься, да, ко мне? Не, ну Гейб вообще на самом деле охуел в Стиме. Раньше такого не было. Сейчас творится безобразие. Они вообще, я не знаю почему. Может, они дают дороги сайтам или что, но как бы у них почему-то коробки. И там, считайте, магазин с коробками. Магазины с коробками. И там. В коробке гарантированно есть предмет. Правильно? Правильно. Но у Гейба почему-то гарантированный предмет — это в основном синька, блядь. Это неправильно, я считаю. Просто у него типа коробочка побольше, соответственно, и говнеца туда нужно наложить побольше. Это знаешь, как в детстве киндер-сюрприз покупаешь, ждешь, да. Блядь, серию одну. Ты там ждешь львенка или бегемотика, да, да. А тебе попадается какая-нибудь хуйня пазл. Из пластика пазл какая-нибудь. Они все да. Из пластика, пазл какой-нибудь. Где были львята, ты помнишь вот эти коллекции, бегемотики, да, львята? Львята, пингвинчики, дельфинята. Это же был вообще пиздец, как это было круто. А куда все это делось? А, кстати, сейчас киндеры нормальные делают или тоже хуйню такую? Чаще
есть нормальные, но чаще всего. Ну вот дочки мы покупаем, там же постоянно говно, пластмасса. Нет, кстати, есть, у нее есть бегемотик, вот прям вот из такой же коллекции, как вот, не который сейчас рекламируют, а я не знаю, когда у нее попадался, вот прям точно такой же, как нам в детстве попадались, и у него в руках игрушка такая, такой же бегемотик, только такой, как ворсистый, такой офигенный. Офигеть, прям. Вот это называется прокнуло, да. Понимаешь, это но как нож это, блин, из головы. Это не как нож, это я не знаю, 10 перчаток за один кейс получили. Так что, ребята, доставайте своих бегемотиков из... У кого-то бегемотики, у кого-то львы. Львы настоящие, да. В любом случае, друзья, мы с Арноркой записываем нечасто выпуски, поэтому не забывайте поставить лайк, пишите, что вы думаете по этому всему поводу, значит. Если вы хотите, чтобы Арнорка чаще появлялась на выпусках, надо набрать много тысяч лайков, естественно, поделиться видео с друзьями. Ну и, соответственно, все, на этом все. Всем пока, друзья, до новых встреч. С вами была Арнорка. Ишиморка. И всем пока. Пока-пока. I need to wrap my head around, yeah. I don't know if I can take another date and end up by myself, make a movie, start for you to step up. Yeah, it's now or never. Tonight better be the night.